Поэтому готовится к продолжению боя представитель Санкт-Петербурга Андрей Косенков, Россия. Спортсмен 1997 года рождения. Счет боя проведен на ринге не ведет. Первый тренер Лазник и Трофинов. Настоящий тренер мастера спорта международного класса Игорь Андреев и Геннадий Хлобыстин. Синий угол готовится к продолжению боя. Финалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. Представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев. Спортсмен 1996 года рождения. Счет боя пройден на ринге не ведет. Тренирует его Ахмедов и Курбан. Депутаты за ринг. Депутаты за ринг.
данном бою одержал победу и вышел в финал нашего соревнования. Боксер синего угла Бектимир Меликутов.